что я буду Глория 1 просто Глория называть в белый футболку. Ну а в красный футболку будет Глория 2. Разыграли комбинацию, забивает 22 номер. Еще одна скидка на свободного, неплохо двигает мяч девчонки из Глории, из первой команды. И разворачиваются хорошо. Хорошо. Заявки. Есть 23-й. Интересно, кто это был. О, это первые очки забивает 30-й номер Глория. Так, у нас там, судя по всему, с картинкой проблемы, подсказывает мне. Забивает 2 очка. Счета забить не получилось. Пытается добавить 22 номер 2 очка, тоже мимо. И попробует в раннем нападении убежать сейчас 3-й номер 2-й Глории. У нас быстрый отрыв. Ну что ж такое, никак не могут реализовать передачи. Все правильно делает Софья Бойло. Ну, мяч наведение сейчас. Полина Лукьянчик, 47 номер, а проходит, забивали его. 2 минуты до конца 3-й четверти. Будякина вводит мяч в игру. Неплохо, очень неплохо на первом шаге ушла. Все классно, 2 очка. Все гениально и просто, как говорится. Мишакова, ух, развернулась, могла и забить, кстати. И забивает. Потеря от разыгрывающего Глории. Хорошо убрала это за 55-й. Прямо в руки соперника. И еще 2 очка проходит. Первый Глории Будякин. И снова его теряет. Да, у Будякина не все получается. И не в защите, не в атаке. Ну, типа, основные игроки. А вторая Глория не основные. Но надо сказать, что вторая Глория посильнее будет. Так что я не знаю, был ли принцип применен рандома. Был ли применен принцип рандома. То есть, возможно, это не Стручкова была. Возможно, в Глории один, в Глории Анастасии Стручкова, потому что во второй команде она тоже есть. О, хороший прохват. 67-й. На Тиралонг играет. Каролина, ну дай ты пас. Наконец-то подняла на голову. Вот иногда Каролина за... забивает. Ну, в общем, неплохо. Двух сторон скатали девчонки. Я думаю, что продуктивная товарка получилась. Обида, конечно, что не подъехал соперник. Ох, трехочковый матч, конечно, не равно официальному матчу, но игра получилась достаточно боевая. Девчонки боролись.